Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я хочу сделать обзор такой отдушки, как черный галстук. Фасовка 10 мл, поставщик США. Это мужской аромат. Пахнет он смесью лайма, лимона, базилика, черного перца и огурца. Очень интересный аромат, как раз подойдет мужчинам. Он не резкий, не сильный, как раз очень нежный такой, будет оставлять легенький шлейф. Эта отдушка концентрированная, поэтому достаточно несколько капель, чтобы аромат держался, и он будет очень стойким. Его можно добавлять в мыло ручной работы, тогда можно будет умываться, мыть руки, и ваши ручки будут пахнуть таким приятным ароматом. Также можно добавлять в свечи, в аромасвечи, тогда ваша комната будет пахнуть прекрасной смесью цитрусовых и свежего огурца. Также можно добавлять в кремы, в скрабы для тела. Я могу сказать, что аромат хоть и мужской, но он также может понравиться и женщинам. Он цитрусовый, свежий, поэтому женщинам тоже может прийтись по вкусу. Также можно добавлять в спреи для тела. Тело вам будет ощущение свежести, особенно летом, как раз когда этого не хватает. Ну, эту одушку можно добавлять также и в освежитель воздуха, в саше. Этот аромат довольно-таки универсальный, поэтому нет определенного ограничения, куда именно в косметику можно его добавлять. Этот аромат не вызывает раздражения, воспаления, он не сильно резкий, поэтому как бы, люди, которые не любят резких ароматов, эта одушка им понравится. Тем более, очень оригинальное название «Черный галстук». Вот я немножко покажу поближе. Вот такая у нас фасовочка идет, такая бутылочка. Она хорошо закручивается. У нее есть носик-пипеточка. Поэтому вы сможете спокойно добавлять столько капель, сколько вам нужно. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте приходить еще, ставить пальчик вверх, подписываться. В прошлый раз я снимала обзор косметической Мики Фуксия. Вы сможете увидеть ссылочку на этот обзор под этим видео. Не забывайте ставить пальчик вверх. Хорошего вам настроения. До новых встреч!